Гонки стартуют завтра, но уже сегодня. Атмосферу Сочи автодрома разрывают двигатели знаменитого итальянского бренда. За рулем разнокузовных Феррари пилоты со всего мира – Италии, Швейцарии, Германии и, конечно, России. Команду SMP Racing представляет формулист из молодежной программы Владимир Адоев и известный гонщик Алексей Басов. Победитель прошлогоднего чемпионата мира Феррари 458 GT2 и 24-часового марафона в Лимане уже опробовал сочинский трек и называет его специфическим. Здесь очень много бетона, не очень много зон вылетов, поэтому риск здесь присутствует разбить автомобиль. Вот, команда готовилась, представлены два автомобиля. 458 Ferrari Challenge. Будем участвовать в двух соревнованиях в субботу и воскресенье. Завтра утром квалификация. Готовимся. Время, показанное на тестах, в принципе, нас устраивает. И мы можем еще улучшиться. Пока на круг у команды SMP Racing уходит 2 минуты 13 секунд. Максимальную скорость развить удалось до 257 км в час. К слову, это чуть выше, чем средние показатели болидов на Сочи автодроме. Кстати, 5 знаменитых красных Феррари сейчас стоят в боксе. Эти частные машины также готовятся к показательным заездам в предстоящий уикенд. Это специальное шоу. Автомобиль Формулы-1 проедет несколько демонстрационных кругов. И также непосредственно на стартовой прямой перед главной трибуной будет проведен, по сути, боевой пит-стоп. Так, как это выглядит по-настоящему на гонке. А вот турнирные гонки пройдут в двух сериях – трофеи Пирелли и Shell. В них примет участие международная команда гонщиков Ferrari со всей Европы. Участие в этапе европейской кузовной моносерии Ferrari Challenge, которая регулярно проводится в трех региональных зонах – североамериканской, европейской и среднеазиатской – примет участие и пилоты из Гонконга. Я впервые приехал в Россию, выступаю в серии Ferrari Challenge. Сейчас я впервые опробую этот трек, но уже могу сказать, он замечательный. В этот уикенд зрители смогут также увидеть заезды автомобилей Ferrari серии XX и даже прогуляться по пит-лейну. В эту субботу в полдень у посетителей легендарного шоу Ferrari будет предоставлена возможность не только увидеть мощности эксклюзивных автомобилей на трассе, но и заглянуть в гаражные боксы, пообщаться с пилотами, увидеть работу команд, подготавливающие автомобили гонкам. Ну и, конечно же, может быть, если получится, сесть сюда, в автомобиль. Для VIP-клиентов запланирован и специальный заезд на эксклюзивных экземплярах итальянского бренда. Мероприятия для фанатов пройдут и в воскресенье. Ну а мировой финал Ferrari Challenge в этом году пройдет в Америке. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.